Я Митчелл Браун из Торонто, Канада. Очень рад быть одним из лекторов предстоящего курса «Продвинутая эстетическая хирургия груди и тела 2018», который пройдет 11, 12, 13 и 14 октября в Санкт-Петербурге. Доктор Вильям Адамс делился впечатлениями о курсе в 2016 году, который собрал лучших мировых лекторов и сильную программу. Виталий Желтиков, научный руководитель программы, организовал потрясающее событие, уверен, и в этот раз. Мои доклады в рамках курса будут посвящены аугментационной мастопексии, лечению тубулярной груди с имплантами и жиром. Это все то, что я использую в своей рабочей ежедневной практике. Также у меня будет возможность рассказать о предотвращении и лечении в случае смещения имплантов. Я с нетерпением жду поездки в Санкт-Петербург и надеюсь увидеть всех вас на курсе.